выборы являются важнейшей составной частью политического процесса в современных демократических обществах. Молодежь сегодня как никогда должна понимать, что любые предвыборные кампании, которые проходят в нашей стране, прежде всего проводятся для того, чтобы строить сильную и процветающую страну со своей позицией на мировой арене. Для того, чтобы донести брестской молодежи всю важность приближающегося единого дня голосования, который состоится 25 февраля, представителями Брестского городского комитета БРСМ был организован открытый диалог под названием «Молодежь и выборы. Формула ответственности». Мы решили провести такое очень важное мероприятие – открытый диалог «Молодежь и выборы. Формула ответственности». Это открытый диалог посвящен предстоящей электоральной кампании и единому дню голосования 25 февраля 2024 года. Мероприятие направлено на информирование молодежи, которые впервые будут голосовать в этом году, о сути избирательного кодекса, о сути электорального процесса, как, зачем и почему это важно для нашей страны. В зале на базе Брестской городской поликлиники номер 5 собрались представители всех колледжей города Бреста. Это более 100 молодых избирателей. Во время актуальной дискуссии выступающие обсудили вопросы, касающиеся участия молодежи в общественно-политических событиях страны. В частности, в выборах депутатов местных и советов депутатов Республики Беларусь 29-го созыва. А молодежь, в свою очередь, поделилась разработкой своих проектов, касаемых данной темы. Единый день голосования – это такое как бы событие, даже бы сказала, как что-то новое для нашей страны, потому что ранее же такого не было, это уже нововведение из-за референдума по изменениям в Конституцию. Как бы мы стараемся нашим проектом просветить молодежь в области избирательного права, то, что не нужно бояться выборов, то, что как бы каждый имеет право избирать, быть избранным и относиться к своему избирательному праву следует, ну, как к гражданскому долгу. Следуя из нашей темы, нашего проекта, то есть мнение на равных, мы как юристы должны будем более доступным языком для других учащихся, для других людей объяснить, что собой принесет единый день голосования. Какие будут введения, как их правильно понять и что делать, если будут какие-то спорные моменты. Открытый диалог прошел живо и открыто. Все участники высказывали свое мнение, задавали вопросы, касающиеся участия молодежи в избирательной кампании. Это еще раз показало, что молодежи важно, что происходит в их стране. Молодежь – это наше будущее. Молодежь должна понимать свою ответственность, потому что то, как они сегодня проголосуют, то, кому дадут свои голоса, и в целом, как они будут вести себя в этот единый день голосования. В этом определяется наше будущее, будущее нашей страны, будущее нашей государственности. Напомним, что сейчас проходит один из этапов электоральной кампании – предвыборная агитация, которая продлится вплоть до единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года.